Вениамин Кондратьев прибыл на сборный пункт военного комиссариата Краснодарского края. В спортподразделение попадают ребята, которые уже добились значительных успехов в спорте и имеют высокие звания. Как отметил губернатор, главное, чтобы, отдавая долг родине, спортсмены не потеряли физическую форму и впоследствии могли и дальше завоевывать призовые места. Армия – это школа жизни, безусловно, а теперь это школа спортивного мастерства. Будете ли вы профессиональными спортсменами, будете ли вы, в любом случае, вы уже в определенной части дорогу себе в жизни определили, то есть это спорт. Неважно, что это будет, спорт высоких достижений или просто спорт, или вы уйдете там потом преподавать. Важна сама возможность, о чем мы говорим. А сегодня возможность это есть. То есть оставаться в спорте, оставаться спортом, потому что вы сегодня уже профессионал. Вы сегодня профессионал в спорте. Всего в России сформировано 4 спортроты. Они находятся в Балашихе, Санкт-Петербурге, Самаре и Сочи.